Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу простой рецепт сырных палочек. Готовим кляр. В воду добавляем яйцо, соль, перец, рисовую и кукурузную муку. Все перемешиваем. Должна получиться консистенция жидкой сметаны. Нам понадобится сыр. Нарезаем брусочками. Можно использовать моцареллу или сулугуни. Опускаем в кляр, затем в панировку. Я использую двойную панировку, сухарики и чипсы. И наши палочки готовы. Всем приятного аппетита и спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.